Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я начинаю играть в бродилку, собиралку Slime Rancher. Игру мне показал младший брат, Илья, привет. Поэтому какое-то время я на нее потрачу точно. Ну что, поехали. Давайте создадим игру. Так, нужно выбрать картинку. Овощи. Нет. Мне нравится вот это. Так, режим игры. Жизнь фермера в своем собственном ритме. Беззаботный, без угроз и испытания. Нет, приключения. Ну давайте познакомимся с игрой. На расстоянии в 1000 световых лет от Земли, на планете, известной как Беспредельное Запределье, Беатрикс Лёба начинает свой первый день в качестве фермера слаймов. Так, давай поехали. ВСД. Вперед, назад, подпрыгни, прыгать, нажмите прыгать, пробел, нажмите клавишу Shift. Пока все предельно просто и понятно. Запылесосить по-фермерски. Твой рюкзак может запылесосить себе вещи и хранить их в вакуумном отсеке. Нажмите правой кнопкой. Да, это я помню. Вас можно засосать. И куда-то посадить. По-моему, туда, да. Слаймы — это путь к успеху. Выстрели слаймами в загон сквозь сокращение. Так, вас зовут слаймы. Розовые слаймы. Кто вы? Похоже на покемонов. Так, ну и дальше? Что ты предложишь мне дальше? Так, а там кто? Курица. Интересно, ее можно есть? Так, такая еда, как курица, фрукты и овощи. Идет на корм слаймом. Ага, понятно. Значит, их тоже надо собирать. Новая статья. О, еще один загулявший слайм. Давай-ка на базу. Так, пока непонятно немножко, что от меня требуется. О, фрукты. Точнее, овощи. Морковка. Думаю, пригодится. А зачем их кормить? Попробую выстрелить едой в слаймов. Что, едите? И что это дает? Ух ты. Что это такое? Плорт слайма. Когда слаймы едят, они производят плорты. Направляйся к плорт-маркету, чтобы продать свой плорт. Плорт-маркет дает тебе баксы. Выстрели плортом в плорт-маркет и получи деньги. Ну-ка, цып-цыпчика. Цып-цыпчика он не хочет хавать. Да и не больно-то хотелось. Так, нажми клавишу Shift. А зачем Shift? Левая кнопка. Я что-то заработал? А, да, вон в углу, внизу слева. Монетки, здоровье. Видимо, энергия, да. Азы ты освоил, теперь основные правила тебе известны. Сейчас пришло время выйти на разведку. Запомни, самый лучший способ стать опытным фермером – это экспериментировать. Кто не рискует, тот не выигрывает. И что это значит? Так, а ты что? Оборудование для рюкзака пылесоса. Водный отсек, ранец. Видимо, это усиление. Вернее, больше делать, да, до 150. И расширитель отсека. Ладно, на это у меня пока нет денег. А что я могу сделать? Нажмите, чтобы активировать. Загон, курятник. Курятник. Посадить ли куриц? Может быть, стоит? Да, давайте купим курятник. Посадим курешек. И пускай несут яйца. А мы пойдем разбираться дальше. Так, а что у нас в меню интересного? Слаймопедия. Так, это, видимо... Да, это то, что я уже читал. Интересно, что здесь закрыто? Слаймы. Розовый слайм. Кушает фрукты, овощи, мясо. То есть все, в принципе, любимая еда отсутствует. Так, и... Я так полагаю... Да, тут очень много слаймов, которых надо открыть. И очень много ресурсов, которые тоже надо открыть. Да, наверное, это будет моя основная цель в этой игре. Открыть все. Грот, заросли... Видимо, это... Нет, это не локации. Видимо, это то, что относится к моему лагерю? Наверное. А вот и локации. Слайм море, ферма. Думаю, я почитаю потом. Так, достижения. Достижения, я думаю, тоже буду выполнять по максимуму. Думаю, по ходу разберемся. Пока тут больше накопительные достижения. Ну ладно, разберемся по ходу. А что это такое? Дистанционный обмен офлайн. Он не работает. Так, это у нас загон. Отлично, один плорт. Думаю, я буду ставить загоны, копить плорты.
Так, давайте посмотрим. Звездная почта получена от Кейси. Зайди в фермерский дом, чтобы посмотреть. Сюда? Ну, давайте посмотрим. Звездная почта, спать до утра, возврат на ферму. А это я, получается. А почему я не могу выбрать себе облик? Ну, с картошкой, глаза тыковки. Еще и какой-то шрам. Что ты здесь забыла, деваха? Звездная почта. Проснись и пой, Кейси. Бла-бла-бла. Не буду много читать. Просто какая-то Кейси желает мне удачи. Добро пожаловать на планету. Ну, здесь немножко рассказывают про то, что у нас есть возле этой фермы. Так, розовый. Ага, цена повышается, а была, по-моему, меньше. То есть можно следить за курсом плортов, быть таким волком с Уолл-стрит, но только на ферме на непонятной планете. Офигеть, какие здесь облака. Горы. А здесь есть вообще карта? Карта, ты где? Ага, во. Так, это убавлять. Ого, какая она большая. Тут, наверное, очень много всяких разновидностей слаймов. Правильно же их называю? Ого, насколько тут все огромно. Так, я нахожусь здесь, возле дома. Здесь локации 3. Давайте по ним сначала пройдемся. Держи. Да, он дает мне бабки, которые я могу тратить на все подряд. Ладно, придумаем, на что их потратить. Так, а туда мне пока нельзя. Нажмите, чтобы активировать заросли. Ага, то есть надо купить доступ к этой локации. Так, по-моему, здесь еще где-то был. Что это светится? А, пока искал карту, случайно нажал. Показалось. А, вот сюда еще можно пройти. А это что у нас? Лаборатория. 10 тысяч монет, офигеть. Так, ну да, можно? Ага, я хотел обойти, не получается. О-о-о-о-о! Блин. Ты ушел в нокаут. Но отдых приведет тебя снова в норму. Через 12 часов. Так, то есть мне надо... А ребята огорчились. Надо их покормить срочно. Куряшки, простите. Я просто утонул. И мне придется вас скормить, чтобы они не голодали. Так, это у нас грот. Тоже 1700. Ладно. Туда, я думаю, пока рано. Здесь тоже больше никуда пройти. Интересно, туда запрыгнуть можно? Ладно, разберемся. Давайте пока соберем все это. Какаху, которую они выкидывают после еды. И продадим. Так, что еще интересного здесь есть? Это у нас слаймопедия, которую можно открыть по клавише. Телепорт. Наверное, телепорт. О, курочка. Давай тебя в загон забросим пока. Так, курочка. Про курочку я помню, что их там больше 12, по-моему, нельзя хранить. Я читал. В слаймопедии. А вот сколько этих хранить можно, я даже не знаю. Наверное, штук 10 буду собирать. Да, 10 самое то. Так, ну, наверное, здесь больше нечего делать. Я все обошел, поэтому пошли на поиски новых слаймов. Высохший риф. Что он дает? Ого, сколько вас тут, ребятки. Привет. Давай всех соберем. Я, наверное, не буду собирать их. Действительно, очень много. Так. Подожди, я все эти... О, овощи. Соберу все кристаллики, которые с вас падают. Еда. А вас самих выкину. Зачем вы мне нужны? Опа. Сундук. Что с тобой делать? Не понял. С тебя что-то выпало. Так, а ты что? Морковку прячешь? Маленькая гадость. Все, полетели отсюда. Так, а морковку же тоже можно посадить, да? Сердце вёкла. Так, а что значит слаймопедия? Так, насколько я почитал, тут каждый фрукт и каждое вот существо, оно к кому-то больше относится, к какому-то слайму, чем, допустим, другой овощ. Надеюсь, я понятно объясняю. Так вот, эти маленькие розовые шарики, они всеядные. А пагофрукт едят все, насколько я понял. А вот сердце вёкла, она достаточно такая редкая вещь, насколько я понял. Плорт.
Я, наверное, соберу все плорты, которые найду, розовые. Ну, до упора. Сколько он может нести. И пойду на базу сажать свеклу. Так, а куда мне, в какую сторону бы пойти? Там тоже эти розовые слаймы. Надо запомнить, слаймы, а не покемоны. О, а ты прикольный. Я, наверное, выкину вот эти вот. Они мне не нужны. Блин, куда ты делся? Подожди, пока не пропали еще, я еще поймаю. Уйди. Мюровый слайм, ларга. О, еще один ящик. Да уйди ты. Так, это я не могу поднять. Зачем мне морковь? Уйди от меня. Так, вот это. Мюровый плорт. Посмотрим, сколько он дает денег. Ящики я от них подальше отнесу, потому что они... Они, по-моему, едят все. Все, что вываливается из этого ящика. Я его, пожалуй, донесу до базы. Надо посмотреть, сколько дает мюровый плорт, и, может быть, не стоит вот этих вот кошаков разводить. Не разобьешься так далеко. Не разбивается. Так, куда можно посадить свеклу? Туда. Пойду посажу туда. Там у меня курицы. Так, а куда сажу? Участок земли. Блин, 250 надо. У меня столько нет. Мне надо сначала, наверное, продать мюровый плорт. Так, это он. Офигеть, он в два раза больше дает. Конечно, их будем высаживать. Так, есть. Я могу посадить свеклу. Участок земли. Покупаем. Так, и надо закинуть, выстрелить фруктом. Все? Видимо, все. Ладно, пусть будет так. Так. О, а вы кто такие? Курочки. Сюда. Куда ты полетел? Стой! Фосфорный слайм. Где? Так, интересно, с него много дают? Здесь непонятно, фосфорный. Вот, наверное, фосфорный. Тоже с кругляшком в середине. Он даже больше... Нет, он столько же, сколько миуровый. Так, я даже не знаю. Может быть, этих розовых высадить пока? У них много миуровых слаймов есть. Ладно, фосфорные. Вы, наверное... Блин, даже не знаю, куда вас скинуть-то. Так, курёшку мы закинем сюда. Пускай размножаются. Хотя не знаю, зачем. Я больше вон морковкой хочу подкармливать их. Чем живой живностью. За ними следить надо. Они ж как на ферме будут постоянно плодиться и яйца нести. А мне это зачем? Так, поймал. А что я хотел? Да, я хотел посадить мюровых слаймов туда. И хотел куда-нибудь выкинуть фосфорных. Наверное, туда выкину куда-нибудь за границу. А вы умеете плавать, ребятки? Ой, мне кажется, он не умеет плавать. Ну ладно. Лети за другом. Может быть, ты спасешь его. Так, и я хочу вот этих вот высадить отсюда. Зачем мне розовые? Розовые повсюду. Они повсюду. Повсюду свои плорты выстреливают. Я могу их просто собирать. Так, на задворках у меня ничего нет. О, тихо, чуть не упал. Полетели. Бульк, 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 бульк. Звездная почта получена от Тора Вест. Зайдите в фермерский дом, чтобы посмотреть. Подожди, у меня есть дела поважнее. Так, а что едят мюровые? Мюровые слаймы едят у нас каменистая курица. В общем, всю еду, которую найду. Так, а фосфорный слайм ест у нас... О-о-о, вы что такие прыгучие? Вы кушать хотите, что ли? Ну, ладно, сейчас посадим вам куриц. Блин, нет, я не хочу мясо разводить, я хочу овощи. Отдай, отдай. Нет, курицу. На, ешь. Молодец. И еще один плорт. Так, ребята, вы какие-то прям прыгучие. А там что, улучшать можно? Ну-ка, давай посмотрим. Высокие стены. Да, это то, что мне надо. Другое, видимо, пока не надо мне. Не буду вдумываться. Вдаваться в подробности. Разберемся по ходу. А вот высокие стены пригодятся. Хотя я хочу найти что-нибудь другое. Может быть, фосфорных попробовать посадить. Они едят фрукты. А фрукты интереснее, чем... Чем курицы, я не знаю. Курицы, они почему-то не плодятся. Давай вообще уничтожим участок. И потом будем садить фрукты и овощи. Ребятки, простите, вам придется поголодать. Я пойду собирать новых слаймов себе на ферму. Так, а вы тут не наплодили еще плортов?
Морковка еще не выросла? О, морковка выросла. Не знаю, морковка вроде как просто фрукт, вернее овощ. Но они же едят все, некоторые. Так что пойду искать какого-нибудь слайма. Ничего себе, как далеко закинули. Который есть морковку. Соберу-ка побольше, чтобы наверняка, если что, выкину, если найду что-то интересное. Так, плорты пригодятся. Морковка. Морковки надо максимально много. Потому что у меня по-любому будет слайм, который будет жрать одну морковку. Так. Мне интересно... Опа, тихо. Почему вы такие большие? Уйди. Вы типа... Как-то совмещаетесь, что ли? Вы как-то сращиваетесь между собой? То есть это же миуровый слайм, только он розовый, как обычный слайм. Я не понимаю. Ладно, потом почитаю. Ой, я его за границу выкинул. Прости, друг. Так, здесь есть морковка. Где от меня? Огромный слайм. Морковка и курица. Ну, курицу я не хочу собирать. Так, морковка у меня полная. Погофрукт. Погофрукт. Точно, буду фрукты высаживать. Надо фосфорного найти. Фосфорные едят фрукты. Это я запомнил. Там здесь что интересного есть? О-о-о-о, сколько вас сразу появилось. Плорты. Плорты мне нужны. Не буду же я одни фосфорных садить туда, правильно? Сейчас немножко пособираю. И побегу на базу. Так, слайм, уйди. Здесь я все посмотрел. Здесь ничего интересного такого нету. Поэтому... О, еще фрукты. Так, а если глянуть на карту, что интересного я могу найти? Только ты кто там? Какой-то остров? Блин, а тут даже ничего не видно. Я нахожусь на высохшем рифе. Так, мне кажется, там какая-то секретная дорога. Здесь можно пройти, и там какой-то код. Давайте ради интереса сразу туда пробежим. Посмотрим, может быть, что-то там интересное есть. Так. Аккуратно. Какая-то арка целая. Прикольно. О. Ух ты, это что? Так, свеклу я уже сажал. Ну такая уж она и редкая. А ты кто такой? Телепорт? Нет, это не телепорт. Ой, это что? Сокровищница закрыта. Блин, какие-то непонятные вещи вокруг. Сокровищница закрыта. Что это за сокровищница и что нужно, чтобы ее открыть? Давайте пока просто пойдем туда, куда можно. А по пути будем разбираться. Достаточно легкая игра в управлении. Я думал, я упаду сразу же, как только перепрыгну в эту фигню. Так, фрукты, фрукты, фрукты. Мне нужны фрукты. Опа, ящик. Блин, даже не знаю, разбить его здесь. Или дотащить его до дома. Так, а ты кто? И чего ты от меня хочешь? Чё ты рот разъянул? Так, про тебя что-нибудь есть? Интересно здесь. Розовый, миуровый, миуровый, фосфорный, ларго слайм. Нет, ларго слайм это гибрид, которого я видел там, в общем. Так, а тебя я пока не понял, что ты хочешь от меня. Тебя не запылесосит, тебя не... Не знаю, на морковку. Ты съел ее, что ли? Блин. Ну ладно, жри. Одно я себе оставлю, чтобы посадить ее. И плодофрукты тогда ешь. Смотри-ка, ему нравится. Оу-оу-оу. Эй, куда ты делся? Достижение разблокировано. Взрыв желе животика. Так, что это за достижение? Взорви Гордо. Так, тебя зовут Гордо, значит. И про тебя ничего нету, да? А, вот появилось. То есть это, короче, огромный слайм. Примерно как... Это что? Какой-то ключик? Ух ты. Слайм-ключ. Древний ключ к древним воротам. Так даже не знаю. Ладно, морковку держите. А мне надо разбить ящики. В общем, этот Гордо, он... Так, свекла. Эй-эй-эй, блин, они схавали все. Быстрее, быстрее, быстрее. Уйди. Вот поэтому я не хотел. Ну-ка, иди сюда, быстро. Я вас всех отсюда выкину. Поэтому я не хотел здесь ничего ломать. Они сразу же едят то, что вываливается из сундуков. Плывите, мои друзья, вы свободны. Надеюсь, вам не больно. Ладно. Ух ты, денежки. Так, а ты кто? Скалистый слайм. Интересно, он больше дает, чем миуровый? Ладно, этот ящик я беру с собой.
Так вот, тот гордо слайм, это, в общем, увеличенная версия обычного слайма. И он ест то же самое, что и обычный слайм. То есть, такие же вещи любимые, такие же... Ага, это открыть карту. Офигеть, она огромная. Это только часть карты, жесть. О, еще одни скалистые. Давай-ка их сразу соберем. Что это было? Это было больно, наверное. Не знаю, больно ли ему вообще? Так, штук 5 пока хватит. Если что, я их выкину. Так вот, те гордо слаймы, они просто... Их надо кормить, в общем, чтобы они лопнули и дали тебе... Какие-нибудь ништяки. Во, фосфорный, блин, быстрее, надо вернуться за ним. С него дают дофига. А еще он ест всего лишь фрукты. Его не надо так уж много кормить. Так, не разбейся там. Блин, разбился, все-таки они сейчас съедят то, что там валяется. А в принципе пофигу, морковка ничего не значит. Кушай, кушай, гадость маленькая. Так, надо скинуть плорты, посадить фрукт и свеклу. А может быть загон сразу сделать? Блин, я даже не знаю, ребята. Такой выбор, столько всего нужно сделать. Можно, нужно. Так, это у нас свекла, свекла у меня есть. А зачем я тогда ее собирал? Давай посадим сюда фрукты. Фрукты, пого фрукты. Ага, это целое дерево. Ничего себе. Так, а кто у нас есть пого фрукты? А, точно, я же хотел избавиться от вас, ребятки. Вы мне не нравитесь, простите. Я посажу туда, наверное... Наверное, фосфорного. Фосфорный дает столько. Ага, скалистый дает не так уж много, но больше, чем розовый обычный. И практически столько же, сколько фосфорный. Наверное, я посажу их сначала сюда. Вернее, в первую очередь посажу их сюда. Посмотрю, что они едят. Так, вас, ребятки, я тоже выкину. Извиняйте. Перелетели, нет? Ну и фиг с вами. Сейчас подбегу поближе и перекину вас. Розового я тоже выкину, чтобы не мешался на ферме, не ел мои овощи, фрукты. Так, миуровый слайм полетел. И давайте-ка, наверное, посадим сначала тебя. Я буду искать твоих братьев сейчас бегать. Лети. А скалистого я, наверное... Да, я, наверное, просто пока оставлю. Только я не знаю, куда его оставить. Нет, возьму с собой. Так, ты у нас кушаешь фрукты. Воу. Блин, а тебе надо загон ставить, чтобы ты не улетал. Ладно, летай пока тогда. Посажу сюда скалистых слаймов. Посмотрю, что они едят. Так, нет, это не то. Слаймы скалистые едят овощи. Они любят овощи. Так что держите овощи. А потом разберемся. Так, а фосфорный, однако, непростой человек, персонаж. Так. Плорты, плорты, плорты. Слаймы, плорты, слаймы. Надо запомнить, слаймы это покемоны, плорты это валюта. Пога фрукты я не могу сдать. Так, фрукты пока пускай... Я даже не знаю. Да, пускай здесь валяются, прям здесь. Пускай летает этот фосфорный парень и жрет их. А я пойду искать кого-нибудь еще. Так, а что за письмо мигает? Давайте посмотрим, что там есть интересного. Может быть, что-то интересное. И что мне за ключ выпал? Известная почта. Тора Вест. Так, здесь говорится про какой-то дистанционный обмен. Какой, непонятно. Видимо, вон тот, потому что я помню, что там было написано про дистанционный обмен. Нажмите Е, чтобы активировать. Выручи меня, я прослежу, чтобы ты получила, что тебе причитается. Так, это, видимо, то, что я получу. 14 минут у меня есть. А нужно мне куриц? А где я возьму куриц? Эй! Ладно, пойдем искать куриц. Что делать? Так, а они разные? Две таких и две таких. Черные две и две красные. Блин, собрал себе слаймов новых. Придется сейчас курицами заниматься. Бегать. Ну, может, по дороге что-то найду. Так, фосфорных надо как-то удерживать. Чтобы они летали и... Миуровых я не хочу. Они, не знаю, мне не нравятся. Мне не нравится, я хочу быть гуманным. Я хочу, чтобы они ели овощи. Они едят мясо. Хоть и выглядит прикольно. Так, а тебя, значит, не засосать. А если разбить, как ящик? Бам! Нет, не разбивается. О, курицы, курицы. Блин, это не курицы, уйдите. Мне не нужны. Пойдем искать куриц. Ладно, пойду туда, где я был. В той стороне. Так, здесь куриц нету.
Наверное, курицы обитают там, где нет миуровых слаймов. Они же их едят. Так, я шел туда и пошел сюда, да? Понял. Значит, мне сюда. Потому что там ничего интересного. О, это плоты. Мне нужны. Скалистые, давай. Морковка мне не нужна. На, кушай. Так, фосфор мне тоже не нужен. Мне нужны курицы. Где взять куриц? Я не вижу курицы. Блин, надо было все-таки их разводить. Так, собираем плоты. Да уйдите же вы, сколько вас тут розовых. Вы вообще неинтересные, с вас мало падает. Достижение разблокировано. Свободное плавание. Что это за достижение, интересно? Свободное плавание. Где же ты? Собери 50 плортов за пределами фермы за один день. Неплохо. Так, это он. Курица! Я слышу курицу. Отлично, блин. На, фрукт. Курица. Так, а где еще курицы? Всего лишь одна, блин. На всю планету всего лишь одна курица. Вон, еще одна. Только не падай вниз, только не падай вниз. За тобой уже прыгают, за тобой уже охотят. Какой пип. Подожди, у меня там курица. Сапоги скорохода. Наверное, они мне нужны. Где курица, блин? Кудахчет. Вот она. Не жалею ее. Я успел? Не, не успел, блин. Пакость маленькая, я тебя выкину в следующий раз. Там нету больше куриц? Блин, я походу не выполню это задание. Так, что по карте? Налево, направо. Пойдем прямо. Посмотрим, может быть там курицы есть. Черные, розовые. Так, раскрываем. Да, всего лишь морковка. Ничего интересного. О, тут дорога вниз какая-то, секретная, наверное. Ладно, потом посмотрю. Мне надо срочно найти курицы! Вот она! Курица! Быстрее, быстрее, быстрее! Где еще курицы? Кто взрывается? Не взрывайтесь, отстаньте! Курица, курица, курица. Петух. Нет, петух мне не нужен. Петух мне не нужен. Мне нужны курицы. Ой, здрасте. Так, это у нас где? Миуровая горда. Надо его как-то обозначить по карте, наверное. Так, а у нас, наверное, только мясо будет есть. Пакость такая... Блин, а где мне найти еще куриц? Я всего две нашел. А надо их... Вот еще одна курица. Ништяк. Так. Осталось еще одну такую курицу. И где? Где с черной мордой искать курицу? Я их вообще ни разу не видел. Они существуют здесь, в этом мире? Ладно, давай посмотрим там. Может быть, что-то есть там. Если что, выкину какой-нибудь плорт. Только вы какие-то злые. Вы какие-то прям... Злые прям... Может быть, не стоит туда пока соваться? Да, там закрытая местность, так что я пойду оттуда просто. Курицы! Курицы! Гули-гули-гули-гули! Где вы, маленькие птички? Так, кто-то влетал только что. Услышали? Наверное, показалось. Так, а туда? Никак, да? Кто чирикает? Наверное, это цыплята. Но цыплята мне не нужны. Мне нужны курицы. Так, в этой стране ничего интересного нету. Пойдем искать еще здесь, может быть, здесь уже кто-то появился. Нет, по-моему, здесь тоже никого нет. Лорд. Кто смеется надо мной? Давайте я пока пойду сдам то, что нашел. И вернусь еще поищу. У меня еще есть время. 15 минут, по-моему. Может, 10. Просто пойдем пока вперед. Блин, интересно, однако. Не так все просто, как казалось. Я думал, просто собирать. Офигеть, сколько вас тут. Нету там курицы, это не курица. Нет, это просто следы от вас. Вы меня вводите в заблуждение. О! А дерево-то зацвело. Так, курицы. Курицы, курицы сюда, да? Три. Две таких, одна такая. Один петух, три. Да много-то, в принципе, не дают. Но, блин, где мне искать этих куриц? У меня осталось 9 минут. 9 минут, всего лишь 9 минут. Где за 9 минут? Найду курицы. А этот фосфорный слайм мне пока собирает бабличка. Неплохо, я устроился. Так, вам надо, наверное, что-то подкормить. А у меня ничего для вас нету, так что отдыхайте, ребята. Так, писем новых нету. Блин, розовые плорты пошли вниз. Биржа падает. Фосфорные остаются 27. Скалистые остаются 22. Ладно, что делать, не с ними же бегать. Так, отлично. Уже какое-то разнообразие. Так. Ого, сколько тут свеклы. Я не знаю, наверное, их скормить.
Каменистые едят ведь свеклу, насколько я помню. Ну-ка еще раз проверим. Каменистые, где вы, скалистые? Сердце вёкла, так это ваше любимое. Так что кушайте, ребята, кушайте. Что я могу поставить? В принципе, для них ничего не надо. Они непривередливые. Да, мне надо куриц собрать. Куриц найти. Я видел какие-то сапоги-скороходы. Вот они. Это необходимо для бега. А это расширитель отсека. То есть я могу собирать больше плортов. Нет, лучше его пока поставить. Больше плортов, больше денег. А может быть сразу купить второй? Попробовать. Хватит? Интересно, плортов. Так, вы еще кушайте, кушайте, кушайте. Мне надо побольше плортов. Ешьте, ешьте. Большие растите. Много плортов делайте мне. Отлично. Еще, еще. И я думаю сразу же поставить сапоги. Надеюсь, хватит. Целых 18 штук. Конечно, хватит. Посмотрите, сколько у меня денег. У меня прям целая тонна денег. Так, а где? Где? Вот оно. Сапоги-скороходы. Отлично. У меня есть дофига сапогов. Съешь еще. Теперь я могу бегать быстрее? Да нет. А, он меньше расходует. Ну, хорошо. Так, мне надо куриц. Срочно искать куриц. Белых, черных. Белых и черных. Курица! Быстрее, быстрее, быстрее! Уйди от нее, пакость! Блин, как ловить куриц, если их постоянно едят? Как? Я не понимаю. Блин, ладно. Быстро пробежим по тем местам, где я был. Уйди. Может быть, здесь курицы есть? Блин, уже все съели. Я просто не успеваю бегать и собирать куриц, потому что они все едят. Так, плорты. Плорты мне нужны. Блин, ребят, а что с вами интересно можно делать? Вы же разные такие. Дурак, мёрвый. Ну, я имею в виду, что вот эти вот большие, что с ними делать-то? Их на ферму можно вообще отправлять? Надо будет почитать про них поподробнее. Так, цыпа. Цыпа мне не нужна, маленькие. Мне нужны большие. Цыплята, хотел сказать. Курицы. Мне нужны большие курицы. Так. Чики-чики-чики-чики. Нет, это мёрвые. Вся ночь без сна. Блин! Они опять сожрали ее. Цыпленок, уйди от меня. Мне нужны курицы, вы их жрете. Хватит жрать моих куриц. Ого. Красивый восход. Блин, хоть одну курочку оставьте мне. Так, я не был там. Зато я был там. Интересно, там уже курицы появились? Я же, по-моему, там еще куриц нашел. Еще, по-моему, здесь можно пройти. Так, какой-то секретик. О, здрасте, фосфорный гордо. Кушает фрукты. Надо запомнить, уже два нашел. Один мёрвый, один такой. То есть один здесь, один вот здесь. Вот прям здесь, один здесь. Так, надо запомнить. К ним я еще вернусь, и они что-то могут дать. Блин, как раз, может, курицы дадут. Так, вы плохие, по-моему. Судя по вашему виду, не особо доброму. Оу, какие вы. Курица! Черная! Стой, 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 стой! Черная мне как раз нужна. Каменистая курица. Так, значит, вас зовут каменистыми курицами. А что это за место? Нажмите Е, чтобы использовать слайм-ключ. Интересно. Вроде такое небольшое помещение, можно сказать. Целый ключ потребовал. Курицы! Курицы же, курицы! Блин, курицы, по-моему. Курицы! Курица! Вот она, черная курица! Засосал? Поймал? Блин, надо еще обычную курицу поймать. Срочно! Не хватит меня бить. Срочно курицу ищем. Цыплятки. Цыплятки мне не нужны. Скалистый плорт. Мне нужны курицы. Курица. Целая одна курица нужна. Воу, тихо. Ну, вы не сильно много урона наносите, но все равно неприятно. Такое ощущение, когда экран вздрагивает, как будто меня прям избивает кто-то. Так, вот здесь курица должна будет появиться. Я так полагаю. Здесь больше некуда идти, по-моему. Тихо ты. А, вон там этот кот, по-моему. Нет? Или это уже другой кот? Ну да, это уже другой кот. То есть здесь, здесь и здесь гордо. Три штуки. Куриц здесь нет. Может быть, здесь будет. Вот она, курица. И, блин, я не знаю, что отдать. Плорты, уйдите. Я курицу поймал. Мёрвый.
Да, я поймал курицу, отлично, можно возвращаться. Блин, то есть тут целое стадо этих гордо, которых надо кормить. Блин, почему вас не было ближе, когда я вас искал? Так, ладно, пойдем пока искать дорогу назад. Я не знаю, туда ли я иду, но вот вроде моя ферма. Так, целая пачка овощей. Блин, что за сокровищница, непонятно. Ладно, быстрее надо домой, пока у меня не кончилось время на прохождение. В смысле? Блин, я же... Вы шутите? Мне придется все это обходить, чтобы вернуться домой. Капец, ребята. Ладно, я это промотаю просто. Ну, чтобы вам не смотреть это все. Я буду проматывать такие отрывки. Воу, а ты кто еще? Видели, он его схал? Он... О, нет. Нет. Я пошел отсюда. Потом прочитаю про вас. Так, мне я снизу, по-моему, пришел. Но, наверное, здесь тоже можно пройти. Я не знаю, куда я иду. Я уже заблудился. Ну да, здесь я был. Ага, можно вот туда пройти. Отлично. Отлично, я выиграю петуха. Зачем он мне только, я не знаю. Итак, я уже почти на базе. Ну что, ты еще тут? Полторы минуты осталось, офигеть. Вот это я успел, вот это я. Прям вот успел, прям. Так, фрукты, петух. В принципе, нифига важного на самом-то деле. Я думал, призы будут побольше. Так, фрукты. Ну, фрукты пусть валяются, мне в принципе они не нужны. Скалистый плорт. Скалистый плорт. Откуда здесь скалистый плорт? Ты что, кто-то выбрался? Ну, пускай петух бегает. В принципе, он мне ничего не делает. Ай, тихо. Чего вы деретесь постоянно? Так, плорты, плорты, плорты. Здесь ничего интересного. Так, а с деревьев у меня то, что падает, оно как? Нормально? Ну, я думаю, не прокиснет. Целая орава уже фруктов. Давайте покормим наших скалистых ребят. Пускай производит побольше плортов, хотел сказать, слаймов. И будем... Не знаю, что дальше делать-то. Дальше, наверное, еще что-нибудь найти. Каких-нибудь слаймов. А, я же нашел там огромных этих ребят, которые... Которым надо скармливать всякую фигню. Наверное, этим и займусь. Были миуровые, по-моему. Миуровый, да, большой. Который есть мясо, то есть для него надо мясо. И был, я не помню какой. Обычный, по-моему, слайм розовый. Так, где я его нашел? Или синий, я не помню, вот здесь. Да, два миуровых, один здесь, и один большой синий. А синий у нас ест свеклу, так что... Так, миуровый у нас падает в цене. Ну, хоть так. Так. Лордовый дилер. Ого, 900. 900 монет, я могу еще что-нибудь купить. Срочно, хочу что-нибудь еще. Реактивный ранец. Достань до звезд. Ого, на нем можно летать. Вот это мне пригодится, водный отсек. Пока мне особо не нужен. Блин, даже не знаю, энергия в принципе пригодится. Потому что бегать я бегаю часто. Так что... Так, а петуха я, наверное, могу скормить тому большому гордо. Так что, пожалуй, возьму его с собой. И возьму, блин, свеклу я уже брать не буду, потому что я ее всю собрал. Пойдем просто пока поищем петухов-куриц и будем кормить потихоньку. Не ешь ее, блин, опять съел. Ладно, просто по дороге, может, найду. Так, а я был с той стороны, я, по-моему, вот в этой пещере не был еще. Надо будет туда забуриться, посмотреть, что там есть. Вот курицы, 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 курицы. Есть курица. Еще одна курица. И где-то еще куда-то, блин, съел. Так, а вон еще курица. Съест. Не ешь, не ешь. Блин, съел. И эту съел. Так, где я видел слайма? Вот здесь вот слева. Сейчас посмотрю точно, чтобы убедиться. Эй, а точно ли здесь я его видел? Ну, походу нет. Может быть, здесь дальше? Пойду гляну быстро. Просто чтобы убедиться лишний раз, что это тот синий слайм. А не какой-нибудь... Да, А, это фосфорный гордо. Блин, ему-то надо фрукты. Фруктов у меня с собой нету. Так, теперь пойдем искать... Ой, привет. Лети отсюда. Так, вы пока вроде добрые. Добрые — это хорошо. Иди. Лорты. Лишним не будет. Так, пойду к Миуровому, большому гордо. Скормлю ему то, что у меня есть. Да, по-моему, здесь. Буду сначала дальнего кормить. А,
мне некуда положить куриц. Ладно, пойду петуха сначала скормлю. А где у меня? Я что-то забыл. Вот здесь где-то, да? Блин, тут целая толпа, целая орава этих куриц. Корми не хочу прям. Ой, какой-то большой. Так, мне сюда. А, вот как работает рюкзак. То есть я могу взлетать. Лови. Понравилось? Пойдем искать куриц. Соберем здесь все, что найду. А потом вернусь за фруктами, наверное. Стой, не падай. Тихо ты. Обоих поймал. Ништяк. Так, фрукты, фрукты, фрукты. Я думаю, пожалуй, по дороге соберу сразу. Пока буду идти, скормлю тому слайму. Точнее, гордо. Их называют гордо. О, курочки. Курочки, это хорошо. Блин. Блинский. Только не ешьте их. Их придется выкинуть, плорты. Придется выкинуть, плорты. Ну, что поделать? Блин, чуть... Фух, слава богу, у меня есть рюкзак. Так, держи. Кушай. А как тебе потом забраться-то? Собрать то, что из тебя выпадет. Так, просто монетки. Ну, ладно. А где у нас курицы здесь? Еще где-то бегали фрукты. Фрукты, фрукты, фрукты. Наверное, здесь уже всех съели. Ладно, пойду кормить того горда. Фосфорного. Надеюсь, по дороге мне не попадутся курицы. Не попались. Все-таки ладно, пускай будут в инвентаре. Буду собирать их по чуть-чуть. Так, здесь никого. Иду искать горда. Где же он? Горда? Иду искать тебя, горда. Гордо, ищем гордо. Так. Да, вот он здесь. Клубничка и погофрукт. Надеюсь, ты все кушаешь. Так, все съел. Ништяк. Надо будет принести ему еще из дома то, что найду. У меня же там куча фруктов. Так, я теперь могу перепрыгивать. Точнее, перелетать. Отлично. Аккуратно. И куда мне дальше? Думаю, туда, в ту сторону. Да. Теперь мне домой. За фруктами. Блин, опять я упал туда, куда не надо. Давай, энергия, копись. Я чуть-чуть заблудился. Ну, ничего, бывает. Так, молодец. Может быть, по дороге что-то найду из фруктов. Нет, фрукты мне уже не нужны. Мне надо вернуться на базу. Здесь столько информации. Тихо. Курица. Нет, петух. Петух тоже пригодится. Блин, сколько информации, действительно. Я уже немножко начинаю запутываться в этой игре. Что мне нужно сделать? Что я уже сделал? Наверное, я все-таки добегу до базы. Соберу фрукты. И на этом закончу эту серию. Так, это фрукты у нас? Да, это фрукты. Фрукты мне нужны. Фрукты я буду собирать, чтобы накормить того фосфорного гадика. А у меня еще есть письмо. Заметили, как я сюда пришел, музыка сразу стала спокойная такая. Тихо. Тихо. Не пугайте меня. Так, вы у нас будете свеклу лопать сейчас. Письмо. Прочитаем письмо. Так, Кейси, мой домашний кактус. Какое-то сообщение про кактус. Интересно, кто такая Кейси вообще? Виктор Хамфрис, мисс Лёба, приветствие. Ну, тут просто повествование какого-то... Не знаю кого. Ну, фиг с ним. В общем, ничего интересного. Так, я могу сдать слаймы и что-нибудь купить. Я даже не знаю. В принципе-то у меня все есть, что мне надо. Свекла. Только свекла, если покормить ребят. И, наверное, может быть, действительно кого-нибудь сюда посадить еще? Дополнительные загоны сделать? А, можно же усовершенствовать. Высокие стены, шарманка, сеть, щит, плотосборник. Наверное, я поставлю плотосборник, чтобы он сам собирал, но нет, пока не буду ставить. Пока не хочу тратить деньги на это все. Мне это все пригодится. Ого, сколько тут фруктов-то накопилось уже. Тот слайм будет доволен. Или гордо. Я постоянно забываю, как их зовут. Ладно, ребята, на этом все на сегодня. Не забудь подписаться, чтобы узнать, что будет дальше. И поддержи меня лайком, чтобы не выпадало больше редких слаймов. Всем пока и до скорого!